Болезнь или закономерность? Мы только оболочка, мы листва, И смерть внутри любого существа, Как плод всего, чем плоть увлечена. Рильке На этом свете все подвержено разрушению. Признаки упадка и обветшалости – мы видим в потрепанной одежде, протертом диване, заржавевшем металле, накренившемся карнизе деревянного дома, поросшей мхом каменной стене, ободравшейся краске, в выцветающих обоих, засыхающих деревьях. Вершают и осыпаются горы, подвергаются эрозии долины, умирают – достопримечательности. Не стареют только одноклеточные, вроде инфузории туфельки, которые безмятежно и неограниченно размножаются делением. Наше тело также представляет собой временное скопление клеток и, как всякая временная структура, обречено распаду. Но никто так и не знает – отчего один стареет быстро, а другой долго сохраняет юношеский облик, а умирает от внезапно грянувшего инфаркта, копал картошку, подустал, прилег, стали будить к ужину, а он готов. Бывают случаи внезапного постарения, вызванного тяжелыми обстоятельствами, эмоциональным потрясением, утратой в одночасье сидеют волосы, садится зрение, заостряются черты лица. Узники ГУЛАГа при систематическом недоедании обнаруживали все симптомы старости, вплоть до деменции, слабоумия. Один при всяком случае жалуется на хвори, то одно болит, то другое. Однако скрипит и скрипит, употребляя лекарства, а другой цепко держится за свои пороки, махнув рукой на возрастные ограничения, отвергает врачей, гонит прочь тревожные мысли, воспринимая старость как погибель, проказу, неотвратимое грядущее зло, катастрофу, поражение и бесславие. Писатель Алексей Толстой, годы жизни с 1882 по 1945, который, по замечанию Ахматовой, любил лишь молодость, власть и жизненную силу, панически боялся надвигающейся старости, не ходил на похороны даже близких друзей, уже тяжело больной шалил и куролесил по-прежнему, избегая думать о близкой смерти. Такой обеспеченный человек, все у него было, а умер, сказал его жене управдом. В самом деле, что значит чины, ордена, заслуги, звания, богатство, всякая по жизни и везучесть перед лицом старости? Попробуй от нее откупиться, скрыться, выставить ее из кабинета, предъявить ей право на льготы. Одна из классификаций определяет возраст от 60 до 69 как предстарческий, 70-79 старческий, 80-89 позднестарческий, 90-99 дряхлый. Процесс старения, говорит наука, представляет собой генетически запрограммированные изменения всех процессов в организме. Меньше физических сил, оскудевает энергия, ухудшается деятельность сосудистой и иммунной систем, утрачивается живость тканей, почему-то высыхает жидкость и твердеют суставы. Из-за обезвоживания Кожа становится сухой, дряблой, чешется и шелушится. Песок сыплется. Снижается сила мышц, отвисает живот, глаза слезятся, мотор барахлит. Суставы хрустят и ноют, развивается варикоз. Лицо и руки обсыпают мерзкие ржавые пятна, гречка просвечивает, порой и у женщин лысина, даже рост уменьшается, объясняют проседанием позвоночника. Стираются, если остались зубы, досаждает прикус. Куда-то деваются слюнные железы, от их недостатка сухость и горечь во рту. Вдруг лопнулся судик в глазу, теперь так и будет все лопаться и вываливаться – амортизация. Вроде все детали на месте, но сносились и замене не подлежат. Ухудшается, говорят, тонус желудка и перистальтика пищевода, увеличивается длина кишечника, легкие, почки, печень и поджелудочная скукоживаются, их надежность, соответственно, падает. У мужчин Повальная проблема с простатой. Видели, как ходят старики? Короткими шажками с напряжением, спина согнута, тело сковано. Кости становятся хрупкими. Неловкость в движениях часто отзывается болью. Поскользнувшись, легко получить вывих, а то и перелом. А срастается теперь плохо остеопороз, остеохондроз, спондилез, напасти только на одни кости. Многих после 50 поражает диабет. А сердце, сосуды, лимфоузлы, мочеточники. Как унизительно всем этом думать, следить за отправлениями организма, беречься, систематически проверяться, обследоваться – пролечиваться с капельницами, горстями глотать таблетки и привыкать к новым словам катаракта, шейка бедра, артрит, запор, аритмия, недержание. Каждое общение с зеркалом пытка. Неужели это я? Почему-то уменьшились глаза, выленил их прежде ярко-синий цвет повыпадали ресницы некогда густые и длинные, губы потеряли четко очерченную, говорили красивую форму и приобрели лилово-серый оттенок. Одноклассник на улице не узнал, прошел мимо. Ах, видитесь, то была Наина. Нервная система уже не так активно и оперативно реагирует на внешние воздействия запаздывает. У трети пожилого населения, преимущественно у мужчин, проблемы со слухом. У многих из-за потери эластичности хрусталика беда со зрением, притупляется обоняние. Атрибуты старости стращают медики сутулость, опухшие колени, судороги ступней и голеней, выпирающая диафрагма до которой, впрочем, доживают немногие. С возрастом календарный год все замечают, пролетает все быстрее. Под старость краток день. Объясняется этот феномен замедлением процессов метаболизма. Собственные биологические ритмы тормозят, соответственно, мир убыстряет обороты. Лет с 60 Писатели, ведущие дневники, подражая Льву Толстому, повествование творческих планах снабжают оговоркой ⁇ ЕБЖ ⁇ Если буду жив ⁇ Солнечные берега реки Леты. Так эффектно озаглавлен рассказ Ирвина Шоу о человеке, стремительно теряющем память. Самая тяжелая форма слабоумия. Болезнь Альцгеймера, по статистике США, ею страдают после 65 каждый десятый, а после 85 каждый второй. Происходит в сущности распад личности, ибо человек теряет элементарные ориентиры во времени, пространстве, окружении и себе самому. Наука растолковывает... Что происходит? Фиброзные тяжи, образующиеся в головном мозге вследствие, например, нарушений кровообращения, микроинсультов, перекрывают пути прохождения сигналов между нервными клетками. Но наука умалчивает о главном, почему это происходит. Разумеется, неведомы пока и способы преодоления этой напасти. Точный диагноз устанавливается только при вскрытии, а до того существует всего лишь гипотеза при наличии определенных симптомов, провалов памяти и спутанности сознания. Однако подобные признаки могут возникать совсем по другим причинам, скажем, от бессонницы, недоедания, лекарственных препаратов, от горя, беспокойства и страха. В нормальных условиях они исчезают. Что-то весьма похожее в комплексе наблюдаются у покинутых детей и даже у брошенных животных. Необходима осторожность с лекарствами, особенно с теми, которые врачи выписывают для улучшения мозговой деятельности. Они могут вызывать тоску, тревогу, дезориентацию. Одной старушке меречились за окном толпы демонстрантов – скандирующих советские лозунги. Ей уже грозил психиатрический диагноз. К счастью, внимательный врач изъял из тумбочки дигоксин, и галлюцинации прекратились. «Медицина», — шутят врачи, — «вторая по точности наука после богословия». Бессмысленно и крайне опасно поддаваться панике и примерять на себя чужие диагнозы. Рейган, популярнейший президент США, смирившись с вердиктом докторов, трогательно попрощался с народом, следом за ним в ту же прострацию погрузилась его жена. Причины Альцгеймера науке неведомы, подозревают наследственную предрасположенность. Но может ли быть, что один и тот же хромосомный дефект угодил в обе генетические ветви и Рональда, и Нэнси? Или решающую роль все-таки сыграл психологический фактор? Ведь после авторитетного приговора врачей ничего не остается, кроме как сдаться, отречься от самоуважения, упустить контроль над собой и покорно превращаться в овощ. Некоторые склонны уподоблять старость смертельной болезни, постигающей организм вследствие расшатанного образа жизни, слишком обильного беспорядочного питания и прочих излишеств. Однако реальность не подтверждает такой закономерности. Подмечено же, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Молодой человек, способный и удачливый спортсмен, вдруг падает на дистанции, и все. Олег С. в 23 года выпил по утру чашку кофе и рухнул мертвый, лопнула в мозгу аневризма, о которой не подозревали. Владимир Т., сильный видный мужчина, Слона поднимал, самолет сдвигал, фитнесом занимался не дожил до 50. Сергея Д. в возрасте слегка за 40 погубил внезапно оторвавшийся тромб. В тех же годах в хосписе умерла от рака успешная красавица, актриса. Борис С. сделал утром зарядку и потерял сознание. Инсульт и смерть. Друзья недоумевали, в чем тут логика проведения – он усердно и прилежно заботился о поддержании формы, а скончался в 54. Надо сказать, что рекомендации по сохранению до глубокой старости крепкого здоровья, как правило, опровергаются следующим поколением ученых, и формулы типа ⁇ оптимизм лечит от стресса ⁇,⁇ волноваться ⁇ вредно ⁇,⁇ злодеи живут дольше хороших ⁇ и даже физические упражнения продлевают жизнь, оказываются всего лишь очередными мифами. Остается вздохнуть с Шекспиром. Дни нашей жизни сочтены не нами. Сроки определяются не судьбой, роком или здоровьем, а живым Богом. В Оптиной около 20 лет назад скончался и Иоанн. Он рассказывал, что, узнав о тяжелой болезни сердца, попросил 15 лет на исправление. Ровно столько и прожил. Времени даром не терял в служении и молитве. Марина Эл, когда мать хватила инфаркт, Вихрем понеслась к иконам и умоляла дать время на покаяние. Господь услышал, мать поправилась и жила еще несколько лет. И напротив, век нечестивого императора Анастасия, повествует Луг, духовный, был сокращен. Во сне явился прекрасный муж в белой одежде и, читая по книге, произнес «За твое зловерие!» Я изглаждаю 14. Спустя два дня императора убила молния. Так что следует скептически относиться к разным теориям. Авиценно, например, связывал процесс старения с высыханием и оскудением энергии. Павлов все объяснял сбоями центральной нервной системы. Богомолец предлагал специальную сыворотку, которая замедляет возрастные изменения соединительной ткани. Мечников считал корнем зла аутоинтоксикацию – самоотравление организма вредными веществами, образующимися в кишечнике, и в качестве панацеи предлагал лактобациллин, позже получивший название простокваши его имени. Сам он, сильно интересуясь продлением земного бытия, долгожителем, однако, не стал, скончался на 71-м году. В последние десятилетия геронтология обогатилась новыми идеями. Например, одна версия связывает старение с изнашиванием частей тела а другая – с цитологическими нарушениями, накоплением дефектных белков, ошибками в иммунной системе, балластными веществами, дефицитом гормонов, выделяемых гипофизом, накоплением в мозговой ткани солей молочной кислоты, лактатов. Как бы то ни было, большинством ученых старение трактуется как патологический процесс – и рассматривается в негативных клинических терминах. Обратное развитие, нарастающая деградация, прогрессирующая утрата адаптивных реакций, особенно очаровательно словечко «диссолюция», в переводе «таяние, разложение, постепенное исчезновение». С усвоением этих устрашающих определений оставшаяся жизнь представится прогрессирующим кошмаром. Человек, обреченный на пребывание внутри враждебного тела, готового в любую минуту подвести, предать, изменить, по логике должен мечтать лишь о скорейшем прекращении вынужденной пытки, проклиная ошибку или ловушку природы свирепо влекущий венец творения к безжалостному разрушению и прижизненному уничтожению. Во Франции судили четырех медсестер, которые из гуманных соображений умерщвляли расслабленных стариков, а в США доктора Геворкяна, помогавшего неизлечимым, измученным болью людям с комфортом отправиться на тот свет. Действительно, медицинский персонал может оттянуть смерть, например, агония диктатора Франка, жившего с 1892 по 1975 годы, длилась усилиями 20 личных его врачей беспримерно долго по тем временам. Сейчас неизлечимого больного, не спрашивая его согласия, могут держать в коматозном состоянии несколько месяцев, а то и лет. Бывший израильский премьер Ариэль Шарон, родившийся в 1928 году, пребывает без движения и сознания с 2006 года. Борьба за легализацию эвтаназии – продолжается. Две или три страны уже приняли соответствующие законы. В самом деле, если придется хоть раз наблюдать человекообразное существо, бессмысленно мыча, ворочающееся в собственных экстрементах, так напугаешься, что обеими руками малодушно проголосуешь за милосердное прекращение страданий, по крайней мере, Своих. Однако старость никакая не болезнь и ничего общего с болезнью не имеет. Она естественна и универсальна, она наступает, повинуясь закону развития всего живого. Возрастные изменения направлены не на финал, а на формирование приспособительных способностей организма действует, выражаясь по-научному, витаукт – процесс, повышающий надежность, стабилизирующий жизнедеятельность, когда здоровые органы берут на себя функции пораженных, когда дефектные клетки восстанавливаются, когда поддерживается способность к адаптации. Творец создал человека с установкой на под лица, то есть на труды и земные лишения. Оказывается, вовсе не полезно пребывать в изобилии и комфорте: стрессы, неудобства, голод, холод, сумасшедшая жара 2010-го все эти, казалось бы, отрицательные факторы стимулируют потаенные ресурсы, которые, вместо того, чтобы пребывать под спудом, когда мы наслаждаемся приятным теплом, сытостью и покоем, обновляют, освежают, омолаживают наш организм. Клетки организма не бессмертны. Они в течение каждых примерно семи лет делятся на новые и замещаются ими. При этом число делений ограничено и с возрастом уменьшается. Природа милостиво подготавливает человека к уходу, постепенно выключая слишком обременительные потребности, погашая слишком интенсивные чувства, расторгая слишком активные связи с суетным миром и ослабляя яростное желание жить, которое в конце только мешает. Темп старения зависит утверждают, от всего зависит, чем дышим, что едим, чем склонны болеть. Наследственность имеет значение, переживания, огорчения, травмы, климат, вредные привычки. Считается, что европейский человек к 70 годам теряет 60% дыхательной способности, 40% функций печени и почек – 20% костной ткани и 30% физической силы. Но Библия однозначно выводит благое долголетие не из режима питания и спортивных упражнений, а из нравственного поведения человека. Праведники цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты – сочны и свежи. Как известно, Адам и его ближайшие потомки жили не меньше 900 лет. Потомки Ноя – от 300 до 500 лет, Авраам – 175, Исаак – 180, Иаков – 147, Иосиф – 110, Моисей – 120, Иисус – Новин – 110. С накоплением в человечестве греха продолжительность жизни постепенно приближается к нашей. А скорость старения зависит от того, как мы мыслим и соответственно поступаем. Если человек дорожит разумом, памятью и прочими умственными способностями, они не ослабевают с возрастом. Если целью бытия было познание мира, духовное возрастание – интеллектуальное развитие, творчество не прекращается. Никаких общих физиологических закономерностей не существует. Мечников, будучи ученым, честным, тщательно изучал статистику и обнаружил, что среди долгожителей, то есть людей старше ста лет, не так уж редко встречаются пьяницы, заядлые курильщики – Одна 114-летняя француженка поглощала ежедневно до 40 чашек кофе. Вольтер отвечал доктору, указывающему на вред того же бодряющего напитка. Вот уже 80 лет, как я отравляюсь этим ядом. Недавно в 2010 году, чуть-чуть не дотянув до 103-го дня рождения, скончалась англичанка, пристрастившийся к табаку семи лет. Колумбиец Хавьер Перейра достиг 169, когда и спрашивали согласие на издание почтовой марки с его портретом, он поставил условие в нижнем углу написать «И пью, и курю». «Я иногда думаю», — сокрушалась Ирина Зеленая, Зачем я всю жизнь люблю спорт? Делаю гимнастику, бегаю на коньках, Мало ем, мало сплю, А у меня какие-то неправильные сосуды с солями, А мои подруги, старше или моложе, меня курят, Не ходят на лыжах, едят, пьют и спят без конца И чувствуют себя раз прекрасно, И ничего у них не болит. Правда, сосуды с солями — не воспрепятствовали долгожительству знаменитой актрисы. Годы жизни ее с 1901 по 1991. Уинстон Черчилль, годы жизни с 1874 по 1965, отпраздновал 90-летний юбилей. Как заметил его лечащий врач, великое достижение для человека с такими привычками – Этим привычкам сэр Уинстон не изменял до предсмертной комы, обожал мясо, курил сигары и пил бренди. Так что надуманные стратегии долголетия в реальной действительности не работают. К примеру, совсем уж необъяснимо, почему люди небольшого роста по статистике живут дольше высоких. Когда говорят о средней продолжительности жизни, например, в 47 лет, эта цифра не означает, что люди в большинстве не достигали 50-летия. Продолжительность жизни – возраст, к которому примерно половина сверстников умирает. До 17 века лишь 1% человечества достигал 65 лет. В 900 году продолжительность жизни составляла 55 лет. Но объясняется это высоким до 50% уровнем детской смертности. В древности средняя продолжительность жизни исчислялась чуть ли не 30 годами, однако Демокрит прожил 109 лет, а Гиппократ – 94 года. Платон родоначальник европейской философии, достиг 81 года, причем умер за писанием очередного трактата. «Никогда я не знал, что так радостно быть стариком», удивлялся Корней Иванович Чуковский, годы жизни с 1882 по 1969. Недаром он интересовался американским поэтом Уолтом Уитменом. Годы жизни с 1819 по 1892, вдохновенно воспевавшим старость. И мастерски переводил его. Счастье – это не только разделенная любовь, не только почет, богатство, успехи в политике и войне. Но когда жизнь медленно вянет и утихают бурные страсти, и наступает великолепие прозрачных тихих закатов, и легкость, свершение, покой охватывает тело, словно свежий благовонный воздух, и осенние дни светятся мягким сиянием. И наливается, наконец, яблоко, и висит на ветке, созревшее и готовое упасть. Тогда приходят самые счастливые, самые умиротворенные дни, благостные дни в мирном раздумье. А кто-то предпочитает изучать журналы о здоровье, без стыда и совести, увлеченно грузить окружающих своими болячками, часами повествовать о гастрите, радикулите, желчном пузыре, позвоночнике, печени, почках, давлении, кардиограмме, заведомо ощущаю себя инвалидом, жертвой, скопищем недугов, ведь, постоянно борясь с болезнями, в сущности, становишься их рабом, все жалуются на усталость, особенно те, кто интересуется исключительно собственными мелкими неурядицами, каждое утро, начиная с погружения в пучину ничтожнейших проблем. Ольга Т., даже не дослушав рассказа дочери об автомобильной аварии, в которой она и муж серьезно пострадали, привычно переключается на свои обычные тексты с постоянным рефреном. «Сил нет, еле на ногах стою». Двадцатый век повсеместно ознаменовался торжеством здорового тела. У нас в СССР государственные зрелища украшались яркими и многолюдными физкультурными парадами, спортивными состязаниями, олимпиадами – Привычные лозунги тех лет говорят сами за себя. Счастливое детство, коммунизм ⁇ это молодость мира, и его возводить молодым. Молодым везде у нас дорога. Ну а старикам отводили только почет. Место припыленной реликвии, вышедшей из употребления. Сейчас, если умирает человек, 60 лет вздыхают. Так рано. Современное человечество усердно молодится. Заботясь о сохранении упругого торса, люди зрелого возраста увлеченно предаются занятиям плаванием, оздоровительной гимнастикой, аэробикой, прыгают со скакалкой, применяют массаж, играют в гольф, питанг – и прочие иноземные игры, полезные для здоровья. Врачи уверяют, что физические нагрузки, хотя бы полчаса активной гимнастики, плюс полчаса быстрой ходьбы или бега, укрепляя организм, отодвигают старение. Возможно, оно и так, но вот беда. Правильный образ жизни требует постоянства и сильной воли, которым мало кто может похвастать. Модные ныне медицинские центры предлагают высокоэффективный и безопасный метод омоложения путем клеточной терапии. Инъекции стволовых клеток восполняют их старческий дефицит в организме и возвращают ощущение силы и бодрости, красоту, здоровье, сексуальную активность и хорошее настроение. Реклама Гарантирует сброс целых двадцати лет и излечение от всех мыслимых болезней. Предупреждая шок от мало кому доступных цен, она напирает на здоровый эгоизм и выгоду инвестиций в себя, внешность и здоровье, личный капитал и визитная карточка благополучия. На всем протяжении истории человечество занималось поисками эликсира бессмертия. Вернее сказать, эликсира молодости. В Древнем Риме собирали в сосуды кровь раненых на арене гладиаторов и продавали ее больным и престарелым. Император Тиберий, употребляя смесь вина и крови, дотянул до 78 лет и, возможно, жил бы дольше, если б его не задушили мрачную известность, получил метод омоложения, примененный трансильванской графиней Эржбетой Баттери. Она принимала ванны из крови только что зарезанных юных девиц, Пробовали для омоложения применять вытяжку из семенников животных, использовали плаценту. Экстракты действуют, но кратковременно. Обмануть природу, разумеется, не удается. Сейчас пытаются создать так называемые геропротекторы – безвредные якобы лекарства, тормозящие старение. Все органические продукты под воздействием кислорода портятся, гниют. Процесс старения подчиняется тем же законам – Следственно, полезные антиоксиданты, препятствующие окислению, недавно обнаружили уникальный красный пигмент дииноксантин, способный существенно замедлять губительные процессы. Еще придумали извлекать молодильные бактерии из вечной мерзлоты, где они провели 20 тысяч лет. Борьба со старением крепчается дня на день. Один американский доктор, обещая увеличить земной возраст до 150 лет, предлагает применять профилактику, чтобы к врачам ходили с молоду не ради лечения, а за регулярными, поддерживающими юношеское здоровье процедурами, связанными с генной терапией, стимуляцией иммунной системы и прочими передовыми медицинскими технологиями. Но, увы, жаждущих любой ценой продлить земное пребывание бывает не кстати настигает рука судьбы, а молодившись и взбодрившись, они внезапно погибают в автокатастрофе, умирают от скоротечного рака или бросаются на рельсы из-за мирового кризиса, угрожающего их бизнесу. Желающим жить долго, сохраняя доброе здравие, зарубежная статистика дает четкие рекомендации. Американцы обследовали 450 человек, достигших столетия, и установили, эти люди всегда работали, занимались делом, легко принимали неудачи, отличались общительностью и покладистым нравом, ели простую пищу, рано ложились и рано вставали, имели ясный разум и верили в Бога. Ученые в ходе длительного 28-летнего исследования 5286 человек, живущих в округе Аламеда, штат Калифорния, выявили, что смертность среди людей, еженедельно или чаще посещающих церковь на 25% ниже. Понятно, верующие, как правило, мало пьют, не курят, состоят в стабильном браке, они общительны, оптимистичны и настроены на вечную жизнь. Вывод. Лучше приобщиться к церкви, если не хотите умереть молодыми. Геронтологи говорят о психической поддержке пожилых, но разве не наоборот? Разве не старики могли бы оказывать всякую помощь из собственного примера, чего не заменят никакие теории? Как полезно читать письма древнего философа Синеки, четвертый год до Рождества Христова, 60 пятый год первого века, который, даром что язычник, с замечательным юмором писал ученику. «Недавно я говорил, что старость моя совсем близко, а теперь боюсь, что старость у меня уже позади, считая меня в числе совсем дряхлых и доживающих последние дни. И все же гнет возраста чувствует только тело, а не душа». И состарились одни лишь пороки и то, что им способствует. Душа моя бодра и рада, что ей уже почти не приходится иметь дело с плотью. Большую часть своего бремени она сбросила, и теперь ликует и спорит со мною о старости, утверждая, что для нее сейчас самый расцвет.